Так. Недавно зашли слухи, что Nintendo работает новой игровой консолью. Я... Он для PC, мне даже не надо эти Nintendo. Он для PC, one love. Так, мы пока не можем делать движок, мне кажется. У нас исследований не очень много. Но исследовать новую тематику мы можем. И мы сделаем... Вампиров, вы что? Как же без вампиров? О, хоррор! Хоррор! Вот что я хотел. Боже мой. Так, можно еще сделать одну военную игру? Так, военную игру. И военную стратегию! Ё-моё, как я не догадался. Ё-моё, я затупил. Все, изи. Средняя игра. Военная. Стратегия. 17+, платформа PC. Выбери движок. Движок следующий. Погнали. Изи 3D графика. Самая лучшая игра в мире будет сейчас. Квесты не нужны. Геймплей поменьше. Движок нужен. Так, нужно максить вот это. Нормально сейчас будет. Сотрудники ж не устали, мне кажется. Так. Работа над новой игрой. Хотят интервью. Моя игра будет шикарнейшей, спасибо. Пожалуйста. Не убирать ползунок до ноля. Почему? Мне писали, что в некоторых играх не нужно. Так, диалоги. Ну зачем стратегии военной? Диалоги. Дизайн уровней. И интеллект нужен, да. Вот как-то так. Так, кто больше всех? Ты сегодня пашешь? Я над диалогами поработаю. И над этой. Да, будет сейчас 11 из 10. 11 из 10. Так, стенды. Нет, у меня денег не так много. Мне нужно маркетинг делать. 10, 10, 10, 10. Именно так и будет сейчас. Звук. Графика. Дизайн мира нужен. Графика. Так, звук чуть-чуть поменьше. Так. Зачем? Так, 386 у него. Немножко придется мне потеть, но ничего страшного. У меня стратегия без квестов, это как радальер. То есть, у тебя задание просто развалить чужую базу. Все. Строй там себе талибов. А, я забыл название игры. Баги. 5, 4, 3, 2, 1. Оп. Ну, технология у меня сейчас новый рекорд. Так, игру назовем «Игра года». Выпускаем. Итак. Десятка. Смотрите, десятка. Девятку дай хотя бы. Ёб твою мать, что ж все такие жадные. Ребят, если вы хотите скипнуть песню, то зайдите в PlugDJ и проголосуйте против. Ее скипнет сам сайт. Продалер много диалогов. Там так них. Нет, их немного. Их. Там пару слов всего. Говорит, Юрий, нужно завербовать этих советских. Он говорит, да. Все. Так. Смелое замечание сделал. Во мнении, что я остановился... Так. Хорошая игра, все рады. Игра хорошая. Я имею 3 миллиона. 3 миллиона! Так. Новые тематики надо. Новые тематики. Изи. Так, пацаны, вы устали? Сейчас закончится. Продажа игр. Так, видите? И не надо никакие там... Боже мой, 4 миллиона! 4 миллиона! Все хотят играть! Прикол. Нет, то зафейлилось и хватит. О, вышло PSP. Так.
400 тысяч, неужели? Ой-ой-ой, скоро Half-Life догонит. Ну, вряд ли. Почти 5 миллионов, нормально. Так, они не уставшие. Я, наверное, еще скажу. Тренировка. Вон какой-то пиксель кап. Пиксель кап, а ну-ка, давай. А тебе... Код джам. Блин, звучит как будто, не знаю, баскетбол послал его играть. А себя я сам пошлю на состязание новшеств. Все, качаемся. 4,6 миллиона от игры года. А? Можно теперь движок. А как долго они будут качаться? А вот он почти закончил. Все, вижу. Так. Этот пацан закончил. Тренировка, исследование. Сейчас поисследуем и отправим его. 3D-графика. Тренчи, в смысле? Что с ним? Ух, сколько чата. Так. Моя любимая RPG-игра. RPG-игра, не знаю. Не знаю. Нету, наверное. Альтернативная история, словари... О, альтернативная история действительно интересна должна быть. Исследование. А ты прогенерируй мне игру года. Нету, оно очень тихое, Теренти, оно очень тихое. Оно есть. Так. Хоррор, да, сейчас будем хоррор, только вот поедет в отпуск. Это закончится тоже в отпуск поедет. Исследование, а что еще из-за тематики? Мода. Барби какую-нибудь делать. Так, древо диалогов, улучшенные диалоги, смена для ночи, богатая предыстория, и напарники для хоррора. Что нужно для хоррора? Наверное, все-таки стереозвук. Все, у меня нету исследований. Нанять работника еще одного. Да зачем мне еще один? У меня два пацана нормально вроде справляются, не? Так, и ты в отпуск. А, ты посиди пока, подумай там о жизни. О, можно не исследование. Все, делаем движок. Оп. Все это есть. Стереозвук. Best движ. Изи. Просто уже создается, скачет. Так, компания электричества, мы могли установить солнечные батареи, могли сэкономить расход электричества, сэкономить... Так, мы хотели бы просмотреть 50% затрат, которые понесут инвестиции в 200 тысяч. Нет! Нет! Ужас. Так, сейчас приезжает пацан. Давай посмотрим тогда. Сейчас, как посмотреть прокачку его? Тренировка. Так, у него очень плохой дизайн. У него очень нормальный дизайн, в общем. Ну, а зачем мне кто-то еще? Хотя, демо-версия. Давайте посмотрим. Хотя у меня денег нет, не буду. 3,6 миллиона, сейчас опять их просру. Хотя не, надо, действительно. Вот так вот. Так. Пишут, это кидалово. Ага! То есть меня хотели развести, а я им сказал нет! Я просто не понимаю смысл мне эти батареи солнечные ставить. Так. Технология дизайн. 272. Так, 192, 257. Надо женщина в коллектив. Разнообразие. Именно, еще и ачивку дали. Так, давай тебе тренировка новых сотрудников. 10 тысяч. 10 тысяч долларов на тебя потрачу. Так, а что это они устали так-то? Опять что ли у вас?
Так. Давай маленький стендик сделаем. И создадим. Сейчас она закончится своими. Так. А как сделать, чтобы они отдохнули? Я их не могу никуда. Тренировка. Учебники. Практика, практика, практика. Ну сейчас она освободится. Сейчас давайте пока контрактик. Хотя. Сейчас дадим игру. Так, она будет от 17. Хоррор. Приключения. На PC-шку. Движок будет без движ. Будет инди-игра. Страшно. Даже нет у меня фантазии придумать. 3D-графика будет очень страшно, мне кажется. История, квесты. Да. Геймплей. Как-то так. Оп. Я вижу в чате там. Не нравится женщина. 10-15. Давайте, давайте еще людей. Хотя бы 70, сотку. Сотку, сотку дайте. Почти, почти сотка. Так. 96 тысяч человек. Диалоги. Вообще не интеллект нам не нужен сильно так. Нормально, давай, женщина, ну делай что-нибудь, что ты там пишешь. Так. Геймлинк больше не выпускается на рынок. Вы заработали. Вы выпускали игры 7 раз. А, это. Хрень. Так, звук надо отличный. Стереозвук у меня появился. Графика побольше. Дизайн мира поменьше. Джокер и планы. Нету, наверное, план. Хотя, возможно, даже и есть, допустим, поиграть во что-нибудь другое. Тот же КС, почему бы и нет? Я профессиональный игрок в КС. Интеллект мне нужен. Профессиональный игрок в КС, и я всегда выигрываю. Так, отзывы. Десяточку. Она страшная пиздец, как твоя мамаша, Start Games. 8. Девяточку, дай девяточку, ну не жлобись ты. Девяточку, дайте девяточку, ну суки вы. 7,5. Нормально. Так. А продается-то как? Ё-моё, я еще наплыву. Ребят, а вот когда я изучаю... Это у меня исследования, но тематики. Они как, рандомно появляются, допустим, следующие? Или всегда вот одинаково? Или как? Подскажите. Потому что вот первый раз играю. Вот я могу начать, допустим, вот я начну заново. У меня будут другие первые. Потому что у меня вообще ужасные открываются все. Мне они вообще не нравятся. Больше лоуи всех нравится. Так, ну ладно. Кухню в офисе, а такое можно? Вот она есть. О, рандом. Как же мне не нравятся мои эти компании. Открывания. Ну ничего страшного. Он уже 4 миллиона. Так. Игры уже покупаются. 20. Так. 230 тысяч. Даже 239 тысяч копий. 1,5 миллиона принесла Horror Games. Видеоролики. Создаем новую игру. Будет тоже. Военная. РПГ. Для PC-шки. Хотя там экшен больше. Хотя не. Симулятор покруче, интересно будет. Хотя не так хочу. И средняя будет вообще. О, батла. Фиельде. Это французская игра. РПГ. Военная РПГ.
Нормально. По-моему, круто будет. Это не Battlefield, но круче. Так. Геймплей. Ну, RPG надо, да, квесты. Я просто не придумал, как назвать, но это же не Battlefield, а Battlefield. Геймплей повыше. Вот как-то так. Наверное, вот так вот даже. Так, кто что будет делать? Самый технолог тут. Самый дизайнер я. Самый средний это она. А, можно один только. Хорошо, нагрузим тебя в следующий раз. Батлефиальде. Именно так. В журнал напишем о том, что это просто самая лучшая игра своего времени. Так, что теперь? Интеллект в РПГ надо, по-моему. Да, надо. Диалоги надо. Ну и дизайн чуть меньше. И опять. Так, я буду здесь. Ты будешь средним. А ты здесь. Шикардос. Просто... Все нормально. Так, я работаю над новой игрой. Так, согласиться. Игра шикарная. Пожалуйста. Меня спросили, что я думаю. Я же делаю эту игру. Естественно, она шикарная. Так, дизайн мира. Вот здесь надо, да, побольше, графику поменьше. И звук, наверное, вообще меньше. И опять перетаскиваем. Я, наверное, попотею немножко. Хотя нет, она попотеет, чтобы было. Не потно так. Ванесса. Нет, не будем мы. Нормально поставил, по-моему. Провал года. Сам-то провал года. Так. Просто ажиотаж. Говорят, я слил. У меня 3,3 миллиона. Так, много багов. Ну вот сейчас мы страшно сделаем. Сейчас, ребят. Сначала это выпустим только. Так, 20 тысяч разработаем. Делай, женщина. Маркетинг, давайте демо-версию. Чтоб уже аж соточку хотел так. Оп. Ну же. На. Выпускаем. Выпусти успешную игру в каждом из пяти жанров. Да, тебе еще и... Подожди, она хочет больше денег? 10, я видел 10! Десятка. 7. 10. 10. Плиз! О-хо! 8. 10. Ну поставь 10, девяточку. Да шо ж вы, блядь, жадные такие? Нормально, нормально, вообще отлично. Ничего страшного. Так, мультиплатформа. А смотрите, продается как? Так. Мне нравится компания Socle Pro. Они не только выжимают с их пользователей деньги, но и понимают наши проблемы, стараются сделать так, как могли, чтобы мы могли наслаждаться играми нашими. Так. Все получится шикарно. Должен быть более осторожен, так как финал не оправдал. Иди ты нахуй, это шикарная игра. Это ты просто нихуя не понимаешь в них. Я в играх понимаю что-то. Ты вообще паскуда тварь. И я с тобой даже... Я тебе интервью дал, я на тебя время выделил. А ты после этого мне еще что рассказываешь. Продолжение, да, можно делать сиквел. Так, ты едешь в отпуск. И мы, наверное, исследуем что-нибудь. Мода, чужие. Давайте, продолжение. Игра года. Нет. Что я там крутое сделал? Я уже не помню, что мне принесло много денег. Что
Что же это было? Что-то после Жириновского мне пошло нормально. Я не помню. Я просто не помню даже, что это было. Игра года, но она недавно была, смысла нет. Сейчас. Days более-менее, но... Call of Duty. Ну, давайте Call of Duty сделаем. Военный экшен. То есть FPS-ка. Best движ. Кал 2. 3D графика. Сейчас азиатик приедет. Давай работай. Движок надо. Квесты вообще не нужны нам. Геймплей нужен. Так. Меня сюда. По центру средненького надо. Таню поставим. Ну и от тебя сюда. Так. Небольшой стенд, средний. Давай небольшой. Мы можем позволить себе. Сейчас мы берем и говорим. Игра будет шикарной. Ажиотаж сразу. Так. Дизайн уровней. Вот диалоги, да, действительно, здесь вообще не нужны. Интеллект нужен. Так, вот тебя сюда, я сюда стану на диалоге. Нет, на диалоге поставим женщину. Хоть что-то будет делать. Кстати, да, можно сделать прекрасную игру, назовем ее Коко. Так, демку сделаем. Сколько, сотку, дайте сотку. 11 000. Ой-ой-ой-ой. Сотка! Кал 2. Ой-ой-ой, сколько... Так, звук. Звук надо у меня, стерео там. Графика надо, звук чуть меньше. Дизайн мира. Как-то так. Хочу так. Нет. Я здесь вообще буду потеть. Нет. Нет. Ты сюда. Технарь сюда. А этого сюда. О! Поделили. Так. Говорите, не слышно. Чуть громче сделал. О, 200 человек в флаг диджея. Вот это правильно. Вот это шикарно, мне кажется. Так. Что, сколько нам принесла в Battlefield? 2,3 миллиона. Шикарно. Так, маркетинг, журналы пишем. Мне не понравилось, даже аж сотка. Сейчас, давай еще чуть-чуть сюда. 70. Боже мой, я просто делаю шикарную игру. Это будет просто убийца всех игр. Как же они много денег просят. Ух ты, физика будет. Так, сразу отправляем тебя в отпуск. И тебя. Отзывы. Ёб твою мать, почему вам не нравится? О! Будет ли 10? 10? 9? 9! Наконец-то! Изи! Ой-ой-ой-ой-ой! 6,1 уже миллион. Недавно писал продолжение игры Call of Duty. Новая игра называется Call 2 и была встречена отличными отзывами. Критики высоко оценили Call 2 за обновленный игровой движок, который выглядит инновационным на фоне оригинального движка. Ага! Боже мой, она продается как горячие пирожки на вокзале! 7,3 миллиона! Я сделал хит Game of the Year. Так, лучшая игра на все времена. Поцелуйте мою игру.
Нам известно, что Call 2 словно из... так, заработал 500 тысяч. Более... более 500 тысяч. Это если бы это был музыкальный рекорд, то в игре был бы присваиваем статус Gold. Сколько она будет еще продаваться? Она еще будет продаваться, почему бы и нет? Ранг 5, это типа в топе 5 она уже... 10 миллионов! 10 миллионов! 11! Подождите! Продам... не, наверное, миллион не продам уже. Ну, было бы круто. Кем вам съедно? Да, здесь так не получится, к сожалению. 800 тысяч! 800 тысяч копий! Я не думаю, что она взлетит в больше 900. Ну, а она пока продается. Да, 850, наверное, будет даже пределом. Выпьем за Call 2. Действительно. Она... да. 9,3 миллиона. А-а-а, успех! Так, ребят, такой вопрос. Ой, не то. Как получить много исследований? Мне нужно очень много исследования. Энлон надо прокачать, потому что это единственное, что мне нравится из всех. Ой-ой-ой-ой. Так. Что будет следующим? Виртуальное животное. Ёб твою мать. Ёб твою мать, зачем мне виртуальные животные? Вы что, тупые? Ё-моё. И напарники, мультижанр. Базовая физика, сохранение в облаке, поддержка модов. Вот, хочу поддержку модов. Так, китайчик. Дай мне поддержку модов. Где они там? И так, ты будешь делать нам... пасхальные яйца, мини-игры, мультиплатформа, достижения, саундтреки. Мини-игры. Что за мини-игры? Не, это для детей. Для мужчин нужен... разли... а, мне не хватает. Древо диалогов. Вот. Ничего, сейчас еще 20 штук. Так, а ты будешь генерацию отчета. Чего мне хватило? Так, сколько людей? Сколько людей-то? На платеже. Всего 212. Так. Базовая физика. Давай, женщина, работай. Получили. Диалоги, кажется, неважно для этого теперь. Да ты что, по-моему, я и так их не делал. Мы должны постараться сосредоточиться на всей команде на развитии игры. А мы так не делали? Или тебя не позвали? Ты, может, ела в это время? Тупая баба. Следующее. Давайте игру сделаем. Придумаем. Авиа. Авиа-игру хочу. Симулятор самолетов. Самолеты. Точно, сделаем крутую игру самолетов. World of Warplanes. World of... Вали... Planes. Все сам придумал. От 17. Пусть будет только... да, от 17. Авиасимулятор, почему бы и нет? По-моему, круто будет. Замерзли? Ну? Открой бы дверь. Сейчас. Так, игру. Делаем игру. Сейчас, секундочку, ребят. Это холодно, действительно. Что за холодно, холодно? Так, ребята, что мы имеем? История, квесты нам не нужны. Геймплей. История, квесты, ну, вообще, по-моему, не нужны. Но вы пират.
Я пошлю себя сюда. То есть средненького сюда. Вы пират. Так, эксперт индустрии подсказывает, что мы будем видеть в следующих поколениях игровых консолей. Уже в следующем году аппаратные системы PC-индустрии не отразились на игровых консолях. И все же мы можем ожидать, что следующее поколение будет действительно захватывать скачком вперед. Так, Microsoft и Вони находятся в гонке за право... Вони. Это что ж вы такие? Вони. Я помню, Винни-Пух такой, я знаю, упоротый Вони зовут его. Демки. Хорошо, Ил-2, ребят, переименуем. Я обманул вас, не буду я переименовывать. Диалоги, нам не нужны, наверное, диалоги. Дизайн и интеллект. В симуляторе надо и... Давайте максимально вот сюда тебя направим. А если я сюда, я очень устану. Все будет честно, я по чуть-чуть каждый делает. Да, вот, по-моему, отлично. По-моему, Game of the Year is coming. Так, небольшой стенд. Давайте средненькие можем позволить. Что-то у меня очень холодно в комнате, действительно, я охренел. А почему так? Ребят, кто знает почему? Что это? Ребят, не ставьте просто говно в плаг диджея, я буду даже банить за такие конченые видео. Если вы думаете, что это смешно, это нихуя не смешно. И не надо крутые клипы тоже. Ну ладно, он слишком крут. Сейчас, ребят, секунду. Сейчас. Где это? Сейчас, секунду. Кто ставит мехи? Все танцуют. Кстати, вот, смотрите, какой у меня мишка. Ой-ой. Муравейник такой. Как можно было мех поставить, боже мой. Так, продолжаем создавать профессиональные игры. Так, почему я не могу тебе сделать? Непонятно, ну ладно. Так, в чем дело? Так, продолжаем. Звук. Дизайн мира надо хороший, графику тоже, звук поменьше, наверное, как-то так. Так, я ставлю себя сюда. Нет, я ставлю себя сюда, потому что... Нет, я не ставлю себя туда. Я ставлю себя туда. Нет, я не буду это все делать. Так, все, я делаю это. По центру стоит вот этот. Я немножко устану, но ничего страшного. Я это для меня все. О, не устану, все. Все, ажиотаж. Все, мне надо больше магазин. Давайте, ребят, давайте, поднажмите. Сейчас, давайте, наделайте шариков еще. Это же получается, чем больше людей, тем больше шариков, да?
30, 40, 50, 70, 80, 100, 30, 150, 180 тысяч! Я не был в топе. Ты даже не был в топе! Пофиксите баг. Так. Выпускаем. Да ты так много денег требуешь, женщина! Я скоро не смогу ее прокормить, она требует слишком много денег. Не то что много, она очень много хочет. Ужас. А ну-ка, одну секундочку, ребят.